За драку фанатов заплатят клубы. На контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза принято решение за потасовку между болельщиками клубов «Текстильщик» и «Торпедо» оштрафовать обе команды. Напомним, 16 октября игроки завершили матч на Владимирском поле в ничью. Болельщики со счетом 1-0 в пользу хозяев. Дерущихся фанатов растаскивал ОМОН. За это клуб «Торпедо» оштрафован на 50 тысяч рублей, «Текстильщик» на 40 тысяч. Следующий матч Владимирский клуб проведет без зрителей. Калькуляция проста. Дисциплинарный комитет оценил оскорбительные выкрики и необеспечение безопасности на стадионе в 10 тысяч, драку в 3 раза дороже. В случае повторных нарушений санкции будут более строгими. Также на заседании рассматривался вопрос о драке, которая произошла 15 октября между фанатами воронежской команды «Факел» и московского «Динамо». Каждый клуб оштрафован примерно на 200 тысяч рублей. Потери подсчитывают и на стадионе Воронежа. Разбитыми оказались сотни кресел. Общий ущерб около 500 000. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Из-за стычки пострадали 3 болельщика и сотрудник полиции.